Сегодня проповедь, которую я подготовил, основная и простая. גדולת אלוהים. Божья слава, Божье величие. אבל אני הולך לדבר מכתבי קודש, בספר בראשית, מאדם עד נוח. Но я буду говорить из священных писаний, из книги Бытия, от Адама до Ноя. ורבים, רבים, קראתם את זה, לא פעם אחד. И вы читали об этом и не раз, что очень многие. ואתם קראתם את זה, ואני פשוט רוצה לשים דגשים, כמה דגשים אולי קצת שונים. Вы читали об этих событиях и людях, но я хочу сегодня также проставить некоторые ударения. Есть דרכים איך לפרש כתבי קודש. Есть способы толкования священных писаний. מאות שנים האחרונות, מאות שנים האחרונות, הפירושים היו מאוד מאוד ליברליים, חומרניים. Сотни лет все толкования были свободные и материальные. כאילו ניסו להתחמק מקטע של מיסטיקה, מטאפיזיקה, ניסים, והכל להסביר בצורה И очень много лет люди пытались из толкования полностью искоренить тему мистики, метафизики, чудес, знамений, а все спустить на более физический материальный уровень. Например, когда Моше с народом Израиля стояли перед Красным морем, говорят, ну это просто со стечением обстоятельств подул такой сильный ветер и разделил море, а Моше оказался в нужном месте в нужное время. А потом написал, что Бог это сделал. Я очень много читаю и вижу, что люди склонны толковать священные писания таким образом. И я извиняюсь, но у меня консервативное образование. Я, да, верю в чудеса и знамения. Я не могу их объяснить. И сейчас мы будем читать какие-то вещи из книги Бытие, и их невозможно объяснить, но я верю, что объяснение такое, как написано черным по белому. А нам нужно просто принять, что таким образом это произошло. Во-первых, я хочу указать на одно место Писания, которое написал Иов. ובפסוק 30 ובפרק 38 פסוק 4 в 38 главе в 4 стихе написано פסוק 4 בזמן שיוב 4 стих הוא פשוט בשאלה והוא מדבר עם אלוהים עם עצב עצבנות אולי תסכול כבר Иов в страдании в нервозности в отчаянии говорит с Богом. והנה אנחנו קוראים ארבע פסוקים, מפסוק ארבע עד פסוק שבע. אני קורא את זה ברוסית, תסתכלו בשפה שלכם. И мы прочитаем четыре стиха с четвертого по седьмой, прочитайте на своих языках. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. אם אתה יודע, תגיד, אבל אתה לא היית קיים. Ты тогда еще не существовал. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вербь, измерение? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Аскан бецем катув, шеелухим умер лиев,
Тут написано, что Бог говорит Иову, что если ты думаешь, что ты такой умный, я думаю, что это слово для всей нашей цивилизации, то скажи, где ты был, когда я все творил? Вы можете делать разные теории, но иногда лучше согласиться с утверждением, что я не совсем понимаю. Когда говорится об обновлении звезд, о ликовании звезд, говорится не про звезды, небесные тела. Здесь говорится про какой-то вид ангелов, Бог сотворил духовный мир до того, как Он сотворил все описанное в книге Бытия. В Танах есть асрот сугим, лешимот сугим шела Ицурим руханим. И в Танахе есть сотни видов, десятки видов духовных существ, которых сотворил Бог до того, как Он сотворил физические творения. Я сегодня не говорю о том, как надо поступать и как не надо поступать. Я сегодня говорю о Вселенной и прошу вас быть открытыми. Потому что мы тоже творение Божье, и нам иногда полезно подумать о нашем месте во Вселенной. И тут Иов говорит про то, что ангелы поразились, насколько это было сильным и великолепным, когда Бог сотворил. В священном писании есть такие названия, как ангел, есть херувимы, есть серафимы, есть офаним, есть хашмалим, ишиим, есть мале. Очень много видов ангелов. И это все существа, которые отличаются от людей. Им кохот отсумим, анахну афину ло яхолим литаэр. С огромной силой, и мы даже не можем описать человеческими словами силу этих существ. И Бог сотворил их всех для отдельных каких-то целей. И не все даже у них там хорошо и гладко. Потому что у каждого есть свободная воля. אפילו המלאכים החכמים והחזקים ביותר עושים הכל כתקן. И не всегда даже самые сильные ангелы действуют по правилам. כי כתוב, אפילו במלאכים שלך אתה רואה דברים שהם לא בדיוק בסדר. Потому что написано, что даже в ангелах своих ты усматриваешь несовершенство. אתם זוכרים את הפסוקים האלה, נכון? Помните эти места Писания? ובישעיהו 24. И в Исаии 24 главе, в 21 стихе написано: что в один день Бог будет судить ангелов и всех живущих на земле, и царей земли. А сейчас мы переходим к книге Бытия. И вы поймете, почему я говорил немножко про ангелов.
כמה נקודות בספר בראשית שאנשים קוראים ולא תמיד מבינים אותם. Потому что я хочу объяснить несколько пунктов книги Бытие, которых люди читают и не всегда понимают. אז בהתחלה כתוב שכשאלוהים יצר ברא את הכל אמר טוב מאוד. Написано, что когда Бог сотворил все и завершил творение, он сказал весьма хорошо. ובספר בראשית פרק 1 פסוק 31 כבר ברא את אדם ואמר טוב מאוד, הכל מצוין. И когда он сотворил человека, то сказал очень весьма хорошо, все отлично. אבל אחרי אנחנו ראינו שלעומת שהכל היה טוב מאוד, и потом мы видим, что несмотря на то, что все было очень хорошо, אדם היה חסר ניסיון. Человек был неопытен. ונפל. И он упал. ובגלל זה, מאוחר יותר, בספר יעקב כתוב, אל תפחדו להיכנס לניסיון, כי בסופו של דבר, ניסיון ייתן לכם כוח. И поэтому потом, позже, в книге, в послании Якова написано, не пугайтесь, когда вы впадаете в испытание искушения, потому что через это вы можете укрепиться. ולפני שבוע שמענו שמילה ניסיון, זה גם ניסיון וזה גם ניסיון. И мы неделю назад Женя учил про то, что слово искушение или испытание это одно и то же слово. И опыт. И опыт. אז אנחנו הופכים להיות מנוסים בדבר, חזקים. И поэтому, проходя искушение или испытание, мы приобретаем опыт и становимся сильнее. אנחנו לא נלמד היום קטע שבני אדם נפלו, למדנו על זה לא מעט. Мы не будем сегодня учить о том, как пало человечество, мы очень много это изучали. אבל בפרק 3 אנחנו זוכרים, היה שם נחש. Но в третьей главе мы видим, здесь есть змей. זה סטן או אחד מהסטנים. Это сатана или один из дьяволов. ואנחנו כבר למדנו שכתבי קודש מתארים לנו לא דמות אחת של סטן, למדנו על זה לא פעם אחת. И мы тоже не раз учили, что священное писание показывает, что есть несколько образов, которые олицетворяют сатану. במקרה הזה זה נחש ששיקר לחווה. מי זוכר את הסיפור? В этом случае это был змей, который обманул Еву. איך הוא נוצר? מי ברא אותו? מתי אלוהים ברא אותו? איך הופך כך אנחנו לא יודעים. Кто он такой, кто, когда Бог его сотворил, когда он таким стал, ничего мы про это не знаем. כשישוע מדבר עליו, על הסטן הזה במדויק, הוא אומר, הוא היה אבא של שקר. Когда Ишуа говорит именно про этого сатану, он говорит, он был отец лжи. והוא כל הזמן יש לו אסוציאציה או עם נחש, Оим дракон. И постоянно этого дьявола он ассоциирует или со змеем, или с драконом. И про него еще несколько раз написано в священных писаниях. От пам носав катув, что байдалут 12, что дракон ниса литфос эт иша Израиль. И еще написано в Откровении 12 главе, что дракон гнался за женщиной, которая символизирует Израиль. Скорее всего, это один и тот же змей. И в Откровении 20 главе написано, что он был отпущен на 1000 лет для того, чтобы написано соблазнять народы, лгать народам. Есть еще разные рассказы про разных дьяволов. Написано про, в книге Исаии про Люцифера. Атем зохрим, ше ая דמות כזה, או יש דמות Помните, כזה. Что есть такая личность. ביחזקאל מדובר על מישהו אחר שהוא היה קרוב ופתאום שינה דרכו. В Иезекииле написано про Херувима, который был близким, потом изменил свой путь. והפך להיות משורה. И стал кем-то очень злым. קשה מאוד להבין את זה. Очень сложно понять אבל это. אבל אני לומד לא לחבר את כולם לדמות אחד, אלא זה דמויות שונות. Но я научился не из всех делать собирательный образ, а наоборот понимать там, на пониманию того, что это все разные образы. Разные личности. Разные личности.
אז הם כולם היו נבראים כטריגרים בשביל לבדוק בני אדם שאנחנו לא ניפול לחטא. Они все были как триггеры для того, чтобы проверять людей, чтобы мы не впали в грех. אז כשקורים לנו דברים מאוד חשוב ברגע הזו לעצור. Когда с нами происходят какие-то вещи, важно в этот момент остановиться. ולבדוק אם אני לא חוטא. И проверить, не грешу ли я. כי למה השטן מתקיף אותי? Почему дьявол меня атакует? אולי אני פתחתי דלת. Возможно, я открыл дверь. И в этот момент важно покаяться и измениться. Но не об этом мы будем говорить сегодня. Мы видим, что человечество упало. И Бог выгнал их из совершенного места, которое назывался Эдемский сад. И потом бне адам трехим лавот каше. И теперь людям нужно тяжело работать Зия, в поте лица своего. Каше, и очень сложно жить тяжелой жизнью. Авали умат, хакоши, но несмотря на трудности, хаим адайн, хаим аруким меот, они жили все еще очень долгой жизнью. 800-900 лет. Рак такшиву. Только подумайте, какова была сила творения внутри их организма, что они жили 800 или 900 лет. Если сейчас кто-то в здоровом теле находится к 80 годам, то мы уже говорим супер, здорово. И мишу аля реглаем, им рож... Они в 500 лет рожали детей. Об этом написано. אם אנחנו קוראים כתבי קודש לא כמו עיתון או סיפור לילדים, הדברים האלה צריכים להיות מרשימים בשבילנו. Если мы читаем священные писания не как журнал или детский рассказ, то мы должны впечатляться от этих вещей. ומה שמאוד מעניין, אלוהים אומר, כשאני אעשה תיקונו של הכל, זה יחזור. И еще интересно, что Бог говорит, когда я дам исправление всему, то это вернется. אתם יכולים לדמיין אחרי... תקומת מן המוות, הכוח, בנו, ואנחנו לא יכולים, לא פוחדים מקוביד, משמובת, מסרטן, לא פוחדים, כי יש כוח פנימי שמתגברת על הכל. Представьте такую внутреннюю силу, которая побеждает все, что есть вокруг, ковид, рак, какие-то смертельные болезни. זה... קשה להאמין. Очень сложно в это поверить. אבל זה היה חלק של בני אדם. Но это была часть человечества. אז אפילו שהם מגורשים מגן עדן. И хотя они были изгнаны из Эдемского сада. כוח בתוכם. То сила, которая в них. זה אפילו מלאכים מתעניינים. מה זה? היצור הזה, האדם, שהוא גם בשרי וגם רוחני. Даже ангелы удивлялись, что это за такое творение человек, который и духовный, и физический. בראשית פרק 4 אנחנו קוראים על טרגדיה ראשונה שקרתה במשפחה של אדם. В Бытие 4 главе мы читаем про первую трагедию, которая произошла в семье Адама. וקין а бен агадоль шело урек бен акатан шело. Когда Каин, старший брат, убивает своего младшего брата Абеля. Каше лану лавин макара шам бидию. Нам очень сложно понять, что там произошло. Ве Тора нотенет лану циюр, ше зе ая мисавив акрават курбан. И здесь Тора нам описывает, что конфликт произошел на почве жертвоприношения. Еш арбе мидрашим аля иньян азе. Есть очень много толкований на эту тему. Аваль ле нильмад аль зе айом. Но об этом мы сегодня учить не будем. Аваль улай зе нотен лану ремез. Но возможно, нам это дает какой-то намек. Ше הקונפליקט יכול להיות אפילו בין אנשים קרובים מאוד. Что конфликт может произойти между очень близкими людьми. ובזמנו, בזמן ההוא,
Каин ло икшив ле коль Элохим. И в тот момент Каин не услышал голос своего Бога. Элохим амар ло, тишлот алехет. Ми зохер эта пасука. Бог сказал ему, кто помнит, что Бог сказал ему, ты господствуй над грехом. У ло шама бет коль Элохим. И он не послушался Бога. Еш лану ква руаха кодеш. У нас есть Святой Дух. Аз им еш лану мин конфликт. И если мы впадаем в какие-то конфликты, бамиухад им кровей мишпаха о хаврей киила. Особенно с нашими членами семьи или членами общины. Меот хашув литапель бадавар азе чик-чак вело ласот шумра. Очень важно быстро исправить этот конфликт и не впадать ни в какое зло. Аваль Каин ло амад базе. Но Каин не выстоял в этом испытании. Веим анахну матхилим ликроме брешит арба ме пасук 16. И если мы читаем с Бытие 4 главе с 16 стиха, ше барах Каин ме пней Элохим, написано, что убежал Каин от лица Господня. Веалах маарава ме Эдем, и поселился на восток от Эдема. Веяда Каин эт ишто, и познал ве юлид Ханох. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И он построил первый город и дал ему имя своего сына Енох. А тем, конечно, шумим хадашот. Вы слышите какие-то новости, да? Шелухим, шелухим, кен, шелухим дерех Исраэль мавцицит. Хизбалла. Как Бог через Израиль бомбит Хизбаллу. И вы слышите про долину Баальбек. Кто слышал про долину Баальбек? Есть там адакшав. Мегалитим анаким, ше эйн акшав технология, афилу лахтох каха. Есть там, мазы мегалитим. Мегалит это скальные куски огромной величины, вырезанные в скалах, ве эйн технология акшав лахтох каха. Даже на сегодняшний день нет современной технологии, которая может так высекать в скалах куски. Ве ешам адайн. בחפירות ארכיאולוגיות שעריות של המקדשים בגובה ענקית גדולים מאוד שאין בצורה טכנולוגית או זה קשה מאוד או אי אפשר. И там есть при археологических раскопках находят такие ворота настолько высокие, что при сегодняшней технологии невозможно это сделать. Или очень сложно. Потом к Йоханнесу подойдите, он в этом деле профессионал, и он вам объяснит, насколько все возможно. И есть такое предположение, что Баальбек это тот город, который построил Каин и назвал его Енох. Ханох, ну окей. אז הוא בנה את העיר הזה, ואחרי כתוב, אצל חנוך נולד יערד. И потом написано, что у Еноха родился Ирад. Каин זה בן של אדם. Каин сын Адама. ואחרי אצל אדם היה עוד בן, מה השם שלו? Потом у Адама был еще один сын, как его зовут? סיף, или בעברית זה שט. משהו מאוד מעניין, שגם קין, גם שט, לבנים שלהם, יש שם בצאצאות שלהם, נתנו שמות מאוד דומות. Интересно, что и Каин, и Сит дали своим детям похожие имена. אז הנה שם יערד. Имя Ирад. Айн, Юд, Рейш, Далит. Яред. Айн, Юд, Рейш, Далит. Я Ирад. Мазе мила Яред, о Ярад, бейврит. Что, как переводится с иврита это название? Опустился. Спустился. Вейфшар лихтов это бли айн, аваль айн умер эмрау. Можно написать слово «спустился» без «ют», но они, когда добавили «айн», они показали, что кто-то увидел, что кто-то спустился. Ахарей очней праким анахну некра шем рау эх бней лугим о малахей шарет. Ярду лемата, потом через шину даркей, шейлухим цивалаем ласот. Через две главы мы увидим, как написано, сыны человеческие, сыны Божьи спустились и изменили тот путь, который Бог повелел им. Везе
Паршанут стандартит аю малахим миухадим. И это стандартное толкование, что были какие-то особенные ангелы. Ешлем шем малахей шарет. Служебные ангелы они называются. Эм ярду. Они спустились. Эм аю хаим им нашим. Жили с женщинами. И таску гам им хайот. С также с животными. В адама итмала багибридим. Анахну некральзе. И земля наполнилась гибридами. Кашелану лавин это адавар азе. Сложно нам понять эти вещи. Абаль зе катув. Ну, написано об этом. Катув батанах. Написано в Танахе. Ве им анахну карану аль эпосим шел яваним о годим. О Бабилоним. Анахну карану аль дварим каэле. Если мы читаем различные эпосы греков, вавилонских писателей или индусских, анахну корим шам аль элим, мале-мале элим. Мы читаем про очень много божеств. Ве анахну умрим, а зе стам штует, зе атиким асу дварим. И мы говорим, но это просто ерунда, древние мифы. Аваль Танах но Танах показывает о том, что что-то произошло. Они мамших ликро. Я прочитаю, я продолжаю читать. Аз Каин бана это ир, ве ине анехет шело ярет, ки ураав, обазман шело рау, эх абней лухим йордим аля арец. Каин построил город, и его внук Ирад, потому что он видел, как Божьи сыны спускаются к людям. Ванахну руим бе пасуке срим ада олида йовал. И мы читаем в 20 стихе про жену Ламеха, Аду, которая родила Иовала. Вахарей Юваль. ואחרי תובל קין. потом и увала и тувал Каина. וכול האנשים האלה היו כל כך מפותחים. и они были настолько развиты. שהיו מתחילים דברים מאפס, כי לא היה אז נגינה בכלי מגינה, והם פתאום בונים את זה. и они настолько были талантливые, что они начинали что-то с нуля, потому что не было тогда музыкальной школы, они просто начали сами строить музыкальные инструменты. Вот у Валькаин потом он начал работать им барзель, ועם דברים שונים. Или Тувал Каин начинает работать с железом и с медью. נחושת וברזל. С медью и железом. וכשאני קורא דברים האלה, אני מבין, לא סתם הם מתחילים לחמם את החומרים האלה, אלא אלוהים פותח להם עיניים, הם מבינים מהות. И не просто так они начинают разогревать эти металлы, но Бог дает им откровение, открывает им глаза, и они понимают, в чем, из чего состоят эти металлы. В 25 стихе написано, что Адам родил еще одного человека, его зовут Сид. Сиф. Сиф. Шет, кен. Вецель Шет нолад Бен Энош. И у Сифа рождается. Зе пасук 26 баперек 4. Енос. Авал баеврит Энош. Мазе Энош. Мимо вин иврит юдим, ше ма умер мила Энош. На иврите Энош. Эношут. Это человечество. Меаз итхилу ликро лебне адам Энош. С того времени начали людей называть человечеством. Ве катув, ше безман Энош итхилу ликро беше Мадонай. И написано, что во время Еноса, Эноша, начали призывать имя Господа. Мазе умер. Что это значит? Паршанут умер. И толкование говорит, ше бней Энош, бней Шет, ше уая азерем ацадик. Что сыны Еноса или Сифа, которые были потоком праведности, начали в это время молиться Господу Богу. Не, в отличие от потока Каина,
которые стали спутываться с этими ангелами и начали поклоняться этим ангелам как идолам. Кто греческую мифологию читал? Зевус и все геракли и все это. Мы читаем это как сказку. Но Танах объясняет, что такие вещи происходили. И весь грех, который зародился там, дал продолжение следующему потопу. Я скоро вернусь к этому, но я хочу прочитать из Бытия 5 главы. אז בראשית חמש, בתהיה פיאטה הגלווה, שוב חוזר על יוחסין של אדם, опять возвращается к родословию Адама через Сифа. אז הוא אומר בפסוק שלוש שאדם היה חי 130 שנה והוליד שט. И написано здесь, Адам жил 130 лет и родил Сифа. אבל אנשים אומרים, רגע, אבל איך אפשר, איך אפשר להתרבות שמדובר כאן על לידה של בנים. Но здесь говорится, как можно и размножаться, когда здесь рожают мужчины. אבל אנחנו יודעים שגם אדם, גם חווה, גם אלה שאחריהם, כשהם היו מולידים, היו מולידים לא רק בנים, אלא גם בנים ובנות. Но мы знаем, что когда рождались люди, они рожали и мальчиков, и девочек. ועוד לא הייתה בעיה בתוך DNA של בן אדם. И пока тогда еще не существовала проблема в ДНК человеческом. אז אחים יכלו להתחתן עם אחיות. Поэтому братья женились на своих сестрах. אחרי שקלקול מתחיל לפגוע בבני אדם. Потом, когда испорченность начинает поражать людей. אז בזמן תורה כבר מגיע חוק. אסור להתחתן בין אח ואחות. Во время того, как Бог дал Моисею Тору, уже было заповедано не вступать в отношения между братьями и сестрами. והנה אנחנו עוד פעם ממשיכים לקרוא, ואנחנו רואים בפסוק 6, ששת היה חי 105 שנה, והוליד את אנוש. И здесь мы читаем, что Сиф жил 105 лет и родил Эноса. וכמו שאמרתי, האנוש והבנים שלו השתחוו ליוד היו ולאדוני. И как я сказал, Энос и его потомки поклонялись Господу Богу. לעומת כל הצאצאים של קין שנכנסו לעבודת אלילים. В отличие от потомков Каина, которые упали в идолопоклонство. ואנחנו ממשיכים ללכת בפרק 5, ומה שמאוד מעניין, יש פה גם יערד. И здесь мы, продолжая читать пятую главу, видим что-то интересное, что здесь тоже был человек по имени Иаред. Но без буквы Айн. Это уже было понятно, что они жили в эпоху, когда то, что-то странное произошло на лице земли. В пасук 18 катув Иаред ולד חנוך. И в 18 стихе написано, что Иаред родил Еноха. והחנוך הזה היה חי רק 65 שנה ונעלם. И Енох жил только 62 года, 65 лет, и он исчез. מי זוכר סיפור על אנוך? Кто помнит рассказ про Еноха? אז מאוד מעניין שאנחנו עכשיו בקושי מדברים על האיש הזה. Интересно, что мы практически не говорим про этого человека. אבל בברית החדשה, но в Новом Завете, בספר יהודה, в книге Иуды, יש ציטוט ישיר מספר ינוך. Есть цитата из книги Еноха. ושם מדובר, там говорится, שינוך שביעי אחרי אדם, что Енох седьмой от Адама. הוא ניבא למלאכים. Он был взят к ангелам. הוא ניבא, עשה
пророчествовал. А, он пророчествовал ангелам. ומאוד חשוב להתייחס בדייקנות למילים שלו. И очень важно в точности относиться к его, послушать его слова. אז בפסוק 24 כתוב, אנוך יתהלך לפני אלוהים, ונעלם, כי אלוהים לקח אותו. В 24 стихе написано, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. ואפשר למצוא, и можно найти תרגום אתיופי של ספר אנוך, перевод с эфиопского книги Енох, שנשמרה שם באתיופיה, которая сохраняется в Эфиопии. ומאוד מאוד כדאי לקרוא אותה, и очень интересно прочитать ее. כי יש שם סיפור שבתנך נכתב רק בקצרה. Потому что там есть рассказ, который в Танахе описан только кратко. וכנראה במאה הראשונה מאמינים היו משתמשים בספר הזה הרבה יותר מאשר אנחנו. И скорее всего в первом веке первые верующие больше использовали эту книгу, чем мы. ושם בספר יהודה יש ציטוט מספר ינוח. И в книге Иуды, в послании Иуды есть цитата с книги Иноха. ושם כתוב שמלאכים שלא שמרו על התואר שלהם, שלהם אלוהים שומר במעצר עד משפט. Написано, что те ангелы, которые не удержали своего статуса, Бог хранит их на день суда. ואפילו מדברים על מקומות בארץ, במפה, איפה מחזיקים אותם. И даже говорят, что на земле есть места, где их держат. לדוגמה, אני שמעתי איך מספר אנשים יהודים מדברים על הר זה בגימלא, אני שכחתי. Я слышал, что некоторые еврейские ученые говорят про одну из вершин в Гималаях. ברח לי עכשיו שם. Забыл я название. בודהיסטים והינדו מקדישים את ההר הזה, לא מצליחים להתקרב לשם. И эта гора считается священной у буддистов и индусов, и они не приближаются к этой горе. וחושבים שהמלאכים, и думают, что ангелы, אלה שירדו וחיו עם בני אדם ואלוהים אחרי עצר אותם, הוא שומר אותם שם, מתחת להר הזה, עד המשפט. Те, которые спустились и жили с женщинами, а Бог собрал их и хранит под этой горой на день суда. Кайлос. Нахон. Кайлос. באינטרנטים שארלים צודי הרבה דברים על זה. В интернете вы можете очень много найти про это. אני חושב שמקום הזה די חשוך. Я думаю, это место очень темное. Мишу ирце левакер, ло кидай. Если кто-то захочет туда пойти, эту вершину покорять не стоит. Никто, кто даже пытался зайти на эту вершину, не смог. עולים, וזה לא הגובה הכי גבוהה בעולם, אבל לשם לא הצליחו לעלות. Это не самая высокая гора, но туда все равно не смогли зайти люди. עכשיו אנחנו בפרק 6, בראשית פרק 6. Мы в Бытие 6 главе. כשאנשים התחילו להתרבות, נולדו אצלם בנות. Когда люди начали умножаться на земле, у них родились дочери. ואז ראו בני אלוהים. И тогда сыны Божьи увидели. שהם יפות והתחילו להיות איתם ביחד. Дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены. ואז בפסוק 3 כתוב, אלוהים אומר, מספיק לפגוע ברוחי. И сказал Господь, написано в третьем стихе, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. מילה לפגוע ברוחי, אפשר לפרש את זה לשבור, לסטרוקטורה שאני בניתי. Пренебрегать духом можно перевести как нарушать ту структуру, которую я выстроил. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. Я дам вам пример простой. לא הייתה לנו מלחמה עם חיזבאללה במשך 15 שנה. 15 лет у нас не было войны с Ливаном, с Хизбаллой. נוצר איזשהו איזון. И сохранился такой порядок. אבל באיזשהו רגע אמרו, נשבר. Но потом сказали, невозможно. אי אפשר. Невозможно. להיות בכל הזמן שהם עופרים את
это гвуль шелану. Постоянно, чтобы они нас обстреливали. Аз Элохим бана машу. И Бог сотворил что-то. Аваль итхил ликро машу бале адамот музар меод. Но на земле стали происходить странные вещи. Веха малахим аэле. И эти ангелы итхилу литхабер мини им бне адам ва им хайот. Начали вступать в интимную связь с людьми и с животными. Есть анашим шумрим ившар. Есть люди, которые говорят невозможно. Малах за давар рухани. И потому что ангел это духовное существо. Ве катув ба брита хадаша. И написано в Новом Завете, ше ба эйзишу процесс ние ке малахим ше ло митхатним ве ло митхабрим эхад эле шини. Что в какой в другом духовном мире мы будем как ангелы, которые не женятся и не выходят замуж. Помните, написано об этом, правильно? И есть очень простое объяснение этого. Когда поднимаются наверх и становятся как ангелы, нет брачных связей. Аваль кшехем юрдим лимата уфхим кмо бне адам. Но когда они спускаются вниз, то они становятся как люди. Ани мамших. Я продолжаю. Бзман ау налду баарец нефалим. В то время были на земле исполины. Ба иврит нефалим, нафаль. На русском написано исполины, на иврите нефалимы, те, которые упали. Те, кто упали. במיוחד מזמן שבני אלוהים התחילו להיכנס לבני אדם, לבנות особенно, אדם. С того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. אם אנחנו לומדים בפשטות את הפסוק הזה, если мы просто изучаем это местописание, אז התרבו נפלים, стало много нефалимов. מזמן שבני אלוהים התחילו להתחבר לבנות. С того времени, как сыны Божьи вступали в связь с женщинами. אבל כנראה היו נפלים גם קודם, כשכנראה המלאכים האלה התחילו לעשות כל מיני комбинот, кольменей нисьонот. Но, скорее всего, были нефалимы и раньше, когда ангелы начали делать какие-то опыты. וכשאנחנו קוראים этос, эпос, и когда мы читаем греческую мифологию, например, не в фильмах, мы видим, что эти идолы, эти божества, постоянно хотят размножаться. Они полны похоти. И они соединяются со всеми женщинами, которых видят. А их дети рождаются и становятся хуже, чем они. И они наполнены ненавистью. Вы слышали про такого героя, как Геракл? Басратим, ба сиртуней, иладим, указе гибор яван. В детских мультиках он такой греческий герой. Аваль ба хезберим, ба сипурим амитим. Но в настоящих рассказах и книгах. У тамид руцех, руцех ше урегет кулям. Он всегда убивает всех подряд. ומה שמאוד מעניין כשאנחנו מסתכלים בברישית פרק 6, что когда мы смотрим на Бытие 6 главу, וקראנו היום את הפסוק הזה, и мы прочитали этот стих, פסוק 11, 11 стих, שארץ התמלו בחמאס, что земля наполнилась злодеяниями. חמאס זה אונס, אורג, ניצול, זה כל מילה רעה שקיימת בלשון של עורכי דין ושופטים, זה הכל חלק ממילה חמאס. חמאס, הזלדיאניה, означает убийство, изнасилование, все самое страшное и мерзкое, что мы только можем себе представить, также на языке юриспруденции называется хамас. ו...
אנחנו פתאום רואים תמונה. И мы видим картину. שתנ"ך מתאר אותה באופן אינטליגנטי קצת. Которую תנ"ך интеллигентным образом описывает. אבל באפוסים של הודים או יוונים מוסבר ממש בפרטים איך הם מילאו את הארץ באורג וברע. Но в греческих и индуистских мифологиях написано, насколько они наполнили эту землю злодеяниями и злом. И сегодня я могу обратиться к тому толкованию, которое нам сказал Денис. Что земля наполнилась чем-то, что ненавидел Бог. И не было инструмента для того, чтобы очистить весь этот мусор. Тогда Бог выбирает одну семью. מוגבר של החיות и какое-то количество животных מכניסו там לטיבה заносит их в ковчег והוא פשוט מנקה את כל האדמה מכל הזבל שהתרבה בו и очищает землю от всего этого мусора и грязи которая она наполнилась כשאני חושב על הסיפור הזה когда я думаю про этот рассказ מאדם על נוח от Адама до Ноаха Элухим, я вижу величие Бога и я вижу суд Бога Элухим, я смотрю на Божье терпение шило, давар, но также на то, как приходят его суды я не думаю, что у нас есть большие вещи потому что мы уже живем Я не думаю, что мы можем из этих рассказов чему-то научиться для нашей жизни, потому что мы живем в другой эпохе. И Бог нейтрализовал очень много сил, которые когда-то были в действии. Но мы тут и там слышим, что какие-то вещи все еще происходят. И вот здесь есть пункт. Нам нужно сохранить нашу связь с Творцом. Помните, что Енох стал взывать к... Енос начал призывать имя Бога. В то время, когда остальные начали поклоняться идолам. Мы живем во время, когда происходит что-то странное. И у нас есть люди, которые обновляют какие-то языческие практики. А нам нужно сохранять наше направление. Лишмор аль тева. Что Денис избир в Машиах, Иешуа, это тева нашего. Нам нужно сохранять наш ковчег, как объяснил нам Денис, что наш ковчег — это Мессия Иешуа. Ваз лави хаим в тиква лебне адам. И тогда мы можем принести жизнь и надежду человечеству. Они хотят, что пришлющим 40% Я думаю, что где-то на 30-40% я вам смог объяснить то, что хотел. Возможно, я в следующий раз сделаю еще лучше. Давайте встанем и помолимся. Авину шебашамаем. Отец наш небесный. Анахну хаим безман ло пашут. Мы живем в непростое время. Ас тихазек. ותעזור לנו לעמוד באמת. Укрепи нас и помоги нам стоять в истине. בשם ישוע משיח. Во имя Иешуа Мессии. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. ישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום.